Давайте победки наши! Мастерская МОТМ, одни из старейших в нашем городе. Ребят, уже там чуть ли не 15 лет строят мотоциклы, ремонтируют их на высочайшем уровне. Любят Харли Дэвидсоны, любят красивые шлемочки, любят стелек. А какие у него гетры, смотрите, крутые вообще. Просто, блин, парень бомба. Короче, стиль против стиля. Вот этот чувак вообще бешеный, гоняет всю жизнь. У него папа заядлый мотоциклист. Один из культовых, одна из культовых личностей Санкт-Петербурга, поэтому он родился, в принципе, уже байкером. А хочу обратить ваше внимание, что на этом годе нету задней подвески. То есть это полностью фортейл. Чуваку будет достаточно сложно. А вот папа снимает. Папа, поддержи сына. Молодец, на соревнования пришел за сына поболеть. Сколько тебе лет, Толик? Что с папой хочешь на соревнования? Ну что, красавцы, готовы? Готов? Готов? Внимание! Форстер! Да, да, ну тут, конечно, пилот. Пилот хорош, что говорить. Хоть и при бате, ну ладно, хороший, хороший сын, ничего не скажешь. Нормально воспитал. Да. Слушайте, ну на самом деле бомберы-то едут помедленнее, чем спорты, а звука и динамики как будто еще мощнее лупите. Может, вас спортом поставить? Когда стоишь на финише, кажется, что совсем не медленно. Да? Не, ну вот как будто можно со спортом ставить спокойно.